Всем привет, с вами канал Все про Android, и сегодня у нас приложение, которое называется NetGuard. Это бренд malware, который позволит вам блокировать доступ как системным, так и пользовательским приложениям, доступ в интернет. Как работает приложение, сейчас я покажу. Покажу некоторые строчки. Приложение на английском языке. Скачать приложение можно будет по ссылочке из описания видео. То есть достаточно будет открыть вот эту вот ссылку, нажать Play Store, и вы станете разработчиком. И можно будет скачать. Я уже тестировщик, поэтому у меня уже написано, что вы получили тестовую версию. Вам же будет предложено скачать новую версию, установить на свой смартфон. Я думаю, что лучше сделать всего так, поскольку всегда будет доступна свежая актуальная версия, в которой дополнены или внесены какие-то изменения. Но переходим к самому приложению и посмотрим, как оно работает. Перейдем сразу к настройкам и посмотрим, что нам здесь предлагается. Блок Wi-Fi, блок Mobile by default. Если вы поставите галочку, то доступ для всех приложений, вне зависимости от того, это системное, будет заблокирован как по Wi-Fi сети, так и по мобильной сети. Блок Roaming by default. Поставите галочку, все интернет-соединения ваших приложений в роуминге будут запрещены. Manage System Application. Если выберете эту галочку, будут открыты только системные приложения, которые на вашем Android устройстве имеют доступ к интернет и позиционируются на вашем смартфоне как системные. То есть не надо будет ковыряться во всех приложениях, достаточно выбрать системные и запретить или разрешить им доступ. Следующая подкладка Use Dark Theme. Это, ну, использовать светлую или темную тему. Это уже на ваше усмотрение. Мне больше нравится темная. И здесь еще возможность есть импортировать и экспортировать настройки. Допустим, вы сделали настройки, у вас огромное количество приложений. Можно эти настройки экспортировать для того, чтобы при обновлении приложения эти настройки можно было восстановить. OpenVPN, об этом позже, Support и About о приложении. Итак, при первом включении данное приложение предложит вам создать VPN-сеть. Я соглашаюсь, что такое VPN? Это как бы виртуальное подключение сверх основного подключения. Но это грубо говорю, для того, чтобы обезопасить ваше интернет-подключение. Я соглашаюсь, эту подфункцию создания VPN можно отслеживать по вот этому вот ключику, и всегда можно отключить, если вы потянете шторку и, нажав на сеть, можно отслеживать, выключив VPN соединение. Ну, подробнее о VPN, я думаю, информацию можно будет найти в интернет. Сейчас перейдем к приложению. Допустим, мы запускаем какой-либо браузер, включаем его, смотрим, что есть доступ у него к интернет. Великолепно. Кстати, Opera, да, недавно обновилась, приложение работает. И сейчас попробуем заблокировать ему доступ при помощи данной программы и проверить, как все это работает. Чтобы не ковыряться в списке, достаточно нажать поиск, задать начальные буквы, и вы получите доступ к данному приложению. По подкладочкам, если нажать этот треугольничек, получите возможность Allow when device in use, то есть разрешить подключение, вне зависимости от того, выключены здесь пиктограммы Wi-Fi или мобильной сети, только когда девайс работает. Если девайс будет спать, то подключение будет заблокировать. Если эту галочку не ставить, то в любом случае будет блокироваться интернет-соединение. Block when roaming, то есть заблокировать в роуминге, и отсюда же можно запустить приложение. Сейчас мы заблокируем ему доступ по Wi-Fi, поскольку у меня подключение к интернету идет по Wi-Fi, и запустим данное приложение. Start application. Сейчас попробуем обновить страничку. Видите, что страница не обновляется и переход закрыт, то есть все возможности. Не надо мне зумировать, пожалуйста. Все возможности данной программы по доступу к интернет, они заблокированы. Разрешаем доступ, то есть снимаем данное ограничение. В роуминге пускай так и остается, хотя роумингом я не пользуюсь. И опять нажимаем Start Application. И теперь нам что необходимо, это обновить страничку, поскольку страничка была заблокирована. Видите, что приложение справляется со своими основными задачами. И теперь мы получили доступ для данного приложения в интернет. Вот так вот все великолепно сработает. Работает. Скачать, как я уже сказал, можно будет
перейдя по ссылке, которая будет в описании видео, и став тестировщиком. Если кому-то не хочется становиться тестировщиком, то версии можно будет скачать по второй ссылке сайта ФОПДА. Вроде ничего не упустил, и я на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!